Блин, нам не удалось отбить этих. Поселение долинников выглядит заброшенным. Если найду путь наверх, буду достаточно высоко, чтобы попасть на длинношея. Думаю, я смогу туда забраться. Ну попробуем. Тут только бежать. Да, только двух зубоскалов и двух ловчих прибили, пока сюда поднялись. Нужно добраться до той платформы. Осталось понять, как. Возможно, я смогу спланировать к тем деревьям и забраться на поклон. Тут только вот так. Ну давай попробуем. Падаю. Ну красиво. Здесь мы нигде не можем. Мне интересно, а как вот мы туда запрыгнем? Слушай, ну как ты должно быть здесь? Я могу спланировать вон к тем деревьям. А, у нас лестница же ведь опущена. Да не спланируешь тут, ну никак.
Он вот он идет. А как мы туда спланируем? Ну не долетим мы тут, это невозможно, это нереально. Как вот к тем деревьям? Ясно. Ясно. Понятно. Ну, я думаю, вот, наверное, вон... Так, Элой. А теперь ты нам куда? Я как понимаю. Ну только вот сюда вот. Не, ну блин, ну придумают же, а.
Да, Элой. Ясно. Я понял. Придется ждать. А туда перелазить через Линошею, я так понял. Не, ну они вот этого скалозубов этих. Мои любимые хоть ловчие. Ну ладно, Элой, ладно. Мы не смогли с них выбить этих. Мы должны будем прыгнуть. Ну, не получится отсюда, значит, лесенку-то скинули. Но он должен здесь идти. Тут он у нас, видишь. Томят, томят, да, Элой, томят. Ну, вполне, да, возможно, он вон там вон. Так, по логике. А можно попробуем отсюда? Ну, по логике, вот он под у него, под вот ту, блин. Давай, Элой. Ого, блин. О, ладно, опоздали уже. Ладно. Поехали. Не знаю, что она не прыгнула. Поздно, Элой. Поехали кататься теперь. Там была.
покатаемся вот, блин, тут, да. Природу рассматривая. Прыгать надо было вовремя. Нет, ну там мы не запрыгнем. И там мы не запрыгнем. Отсюда мы прыгали. Элой, готовься. Подъезжаем. Не как в прошлый раз. Слушай, а может, вон туда надо было? Ладно, попробуем вот здесь. Я уже вижу, конечно. Слушай, мы вот здесь вот, глянь. Ну, потому что мы там на одной высоте, вон с той фигней. Даже выше. Ладно, сейчас мы посмотрим вот здесь. На какой она будет усе... Там не хватит. А здесь? И здесь не хватит. Ого! Нафига себе! То есть надо как-то выше еще подниматься, нифига. Слышь, ну вот это заморочили они, блин.
Так, вот это лестница. Вот ты извини меня. Странно. То есть мы должны вот сюда залезть, вот на эту фигню, я так понял. Давай сейчас. Как-то вот сюда надо залезть. А, может быть, отсюда прыгать? Там у него крючки-то какие-то остались. Но сейчас посмотрим с этой стороны. Стоит там однозначно прыгать невозможно. Придется. Блин, ну... Потому что ну тут нет нигде подъема выше. Ну нету вообще нигде. Нет, она даже не запрыгнешь. И тут прыжок вот только если вот с той стороны. Бля. Ладно, попробуем.
Вопрос, как подняться вот сюда. И вон там точка зацепа. Значит, мы должны как-то вот туда вот за... Не въезжаю. То есть как-то мы должны вот сюда вот. Да, вот он сейчас... Только не говорите, что мы должны скользить и спрыгнуть. Так, он туда, он уходит, да? Куда он Давай. Думаю, здесь есть место, откуда можно будет спрыгнуть на длинношею. Я думаю, вот оно. По всей логике. Или там, или вот здесь. Ну ладно, круг пропустим, если не так.
Да. И я боюсь, что мы не запрыгнем. Ага. Элло, это был трудовой. Вот так вот. Хорошо, почти закончила. Это был трудовой. Понятно. Колючая топь. Но я думаю, мы тут дойдем до всех. Элло, а нам даже тут и не предлагают. Ладно, мы тут сейчас спрыгнем. Есть тут места. Опа! Mm-hmm.